Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам об уходе за сибирской кошкой. Сибирские кошки преданные, ненавязчивые, самостоятельные, любят общаться с детьми. Они способны стать великолепными домашними любимцами. Правда, для этого им нужен соответствующий уход. Давайте подробнее рассмотрим основные особенности содержания сибирских кошек. Первая особенность связана с роскошной шерстью сибирских кошек. Чтобы поддерживать ее в прекрасном состоянии, необходимо тщательно расчесывать кошку 1-2 раза в неделю специальным гребнем. В период линьки стоит это делать чаще. Важно приучать животное к вычесыванию с самого детства. Что касается купания, то мыть сибирских кошек специалисты рекомендуют раз в 3 месяца специальным шампунем. Вторая особенность связана с когтями сибирских кошек. Представители породы любят поточить когти, поэтому в доме обязательно должны быть несколько когтеточек. В противном случае последними станут мебель и стены. Однако даже при наличии нескольких когтеточек не нужно забывать помогать кошке с когтями и стричь их по мере необходимости. Третья особенность связана с личным пространством питомца. Сибирские кошки плохо подходят для содержания в городской квартире. Эти животные свободолюбивые, нуждаются в большом личном пространстве и возможности регулярного выгула. Они не могут жить без постоянных физических нагрузок. Сибирские кошки – прекрасные мышеловы, поэтому в загородном доме они будут незаменимыми помощниками. Четвертая особенность связана с питанием сибирских кошек. Предпочтение взрослой сибирской кошки в еде зависит от того, что она ела, когда была котенком. Поэтому приучать кошку к правильному рациону нужно с самого детства. Вне зависимости от выбора хозяина в пользу натурального или сухого корма, сибирской кошке помимо основной пищи необходимо давать миску со специальной травой, которую можно купить в зоомагазине. Для представителей породы она источник клетчатки, витаминов и фолиевой кислоты. Кроме этого, кошке всегда должна быть доступна миска со свежей водой. Пятая особенность связана со способностью сибирских кошек уживаться с другими животными. Сибирские кошки склонны к доминированию, поэтому они плохо уживаются с собаками и другими кошками, если только они не росли с ними с самого детства. На мелких домашних животных они, как правило, охотятся из-за ярко выраженного охотничьего инстинкта. Уход за сибирскими кошками имеет ряд специфических особенностей, которые необходимо учитывать, прежде чем взять к себе домой представителя породы. Но если соблюсти все нюансы содержания, сибирская кошка абсолютно точно станет лучшим другом вашей семьи. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!